Привет, легендарные внучата, вы находитесь на канале Бабка Шоу. У меня сейчас просто шок специально для вас, мои любимые подписчики. Короче говоря, ребята, вышел новый промокод. Я сейчас собиралась снимать вам ЧПИ, но заметила то, что вышел новый промокод в Роблоксе. Это просто супер крутая корона. И сегодня я покажу вам, что за такая корона, что еще интересного в Роблоксе, что там вообще есть в нашем мире Роблокса, что по бесплатным вещам. Ну и завтра обязательно выйдет что по ивентам. Ребят, не могла не снять вам такой быстрый видеоролик про то, что вышла новая вещица в Роблоксе. А перед тем, как посмотреть этот видеоролик, ребята, у нас с вами на канале уже целых 100 тысяч подписчиков. Вы просто прикиньте, насколько это огромная цифра. Спасибо вам большое за эту просто цифру, ребят. Наша семья стала 100 тысяч. Это, блин, это какой-то шок. Поэтому, ребятки, давайте подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки обязательно, потому что по нашей статистике целых 80% до сих пор не подписаны на наш канал. То есть сейчас у нас было бы не 100 тысяч, а целых 400. И это какой-то капец. Поэтому, ребят, обязательно подпишитесь на канал, а мы с вами будем начинать. Спасибо вам большое за эту цифру. Но я уверена, что мы с вами вырастем еще больше. И наша семья будет просто огроменной. Короче, ребята, побежали к нашим промокодам, потому что это просто какой-то шок. Пойдемте посмотрим, что там за такая классная вещица. Перед просмотром этого видеоролика заходите на сайт Robux 500. На Robux 500 вы можете всегда купить робуксы по низкой цене. Плюс выдача осуществляется быстро через группу. Используя промокод Discord при покупке, ты можешь также получить бонус от 1 до 200 робуксов бесплатно. А также у них проходят конкурсы и акции на сайте, а ссылочку ты сможешь найти в комментарии. Короче, ребята, зашла я, значит, в Твиттер, решила посмотреть на какие-нибудь интересные новости. Думаю, сейчас по-любому будет что-нибудь классное. И я вообще не ошиблась, вы просто гляньте. Ровно час назад вышел новый промокод. Все издания просто кричат о том, что вышли новые вещи. И вы просто гляньте, ребята. Новый промокод Росман Краун 2021. Вот такая вот обалденнейшая просто корона. И насколько вы понимаете, это гитары какие-то непонятные. Но это какой-то капец. Это, ребята, обязательно заслуживает лайка. Ну и, собственно, чтобы ввести промокод, нужно перейти на страницу введения промокодов. Думаю, вам это не нужно показывать, каким образом делается. Мы просто переходим на страницу промокодов и пишем... Ой, а что такое? И пишем, ребята, вот такой вот промокод. Росман Краун 2021. Нажимаем на кнопочку Redeem, и вы готовы. Да, ребята, промокод successfully redeemed. Это просто какая-то бомба, я, если честно, в шоке. Давайте сейчас глянем, что там за такая вещица. Но я думаю, оно реально стоит того. Поэтому давайте просто посмотрим сейчас, перейдем в наш аватар-эдитор. И, ребята, вы просто гляньте. Вот она, эта вещь, Crown of Electrifying называется вещица. И она, блин, абсолютно бесплатная и довольно классная. Давайте наденем на наши скины просто ради интереса, посмотрим, как это выглядит. Ну, слушайте, из-за шляпы не видно, но давайте снимем, тоже глянем. Мне кажется, что будет смотреться просто отпад. Блин, ребят, как классно. Переключаю на 3D, чтобы как-то приблизить получше. Это капец, как круто смотрится. Учитывая то, что эта вещь абсолютно бесплатная. Ребят, обязательно забирайте. Возможно, вещь будет лимитирована на какое-то время. Понятное дело, промокоды всегда лимитированы, поэтому поскорее, ребятушки. Обязательно забирайте эту вещь, пока не поздно. Потому что, когда будет поздно, будет уже реально грустно. Ну, собственно, вот такая прикольная вещь. Это какие-то, ну, рокерские гитары, что ли. Прикольно смотрится. Ребята, а вы знали, что сегодня начинается ивент NFL? Это тоже, на самом деле, просто отдельное мероприятие. Мы должны были поговорить про него в ЧПИ, но все-таки, ребят, я быстро, не знаю, сменила тему видеоролика, увидела, что вышла новая вещь и нужно снимать что-то другое. Ну и вы просто на это гляньте. Короче, это вот такие прикольные шлемы тачдауна. NFL Helmet. Это получается наша лига NFL. И вот такие вот вещи можно будет получить абсолютно бесплатно. Правда, вот не знаю, какие именно. Но начинается наш ивент очень скоро. И эти большинство вещей мы сможем получить абсолютно бесплатно. Это вот такой вот шлем Техансов. Браунс Helmet. И обязательно, как только выйдет этот ивент, я вам засниму, каким образом эти вещи получать, где их получать, что нужно делать. И, конечно же, вы все это обязательно узнайте. Также, ребята, есть неподтвержденная информация по поводу того, что скоро выйдет новые вещи от Netflix. Короче, как вы знаете, Netflix очень часто балует нас вещами. И это, ребята, Бэч из Stranger Things Star Count Mail. И вы просто посмотрите, что здесь у нас написано. Upcoming Item 10. Что с английского языка переводится как «не вышедшая вещь 10». Ну, грубо говоря, та вещь, которая скоро выйдет.
Создана она была Netflix еще 26 марта, но, как видите, она еще не вышла. Что значит, возможно, мы что-то бесплатно с вами получим. Ну и еще тестовый бейдж. И, ребятки, он тоже был создан 22 января 2021 года. Это было капец как давно. И его никто так и не получил. Ну, как вы понимаете, upcoming item 10. У нас всего 9 вещей в этом Stranger Things. Значит, возможно, все-таки 10-я вещь у нас еще появится абсолютно бесплатно. А, возможно, она будет платной. И бейдж будет даваться за покупку внутриигровую в игре. Фиг его, ребятки, знает, что думают разработчики нашего Роблокса. Но я очень хотела бы эту вещь бесплатно. Думаю, вы тоже 100% бы ее хотели. А также, ребята, 29 ноября 2021 года в Roblox пройдет выставка The Fashion Awards 2021. Ну, какие-то, короче, награды нашей моды. Мода неделя 2021. Не знаю, как это правильно называется. Короче, это некоторые вещи, которые вы можете ожидать. Также неизвестно, будут они или не будут на нашей выставке, будут ли они бесплатные или платные. Ну, блин, вы просто гляньте. The Fashion Awards 2021. Вот такие приколдесные вещи. Это какой-то ободочек, прикольная корона в виде кристаллов. Также еще одна, но уже диадема в виде кристаллов. Вот такая вот прикольная шляпка. И очень симпатично на самом деле смотрится. И, конечно же, вот такие вот очки какого-то механика тоже смотрятся довольно круто и абсолютно бесплатные, возможно, они будут. Фиково тоже знает, ребята, вся информация здесь большинство непроверенная. Но хотелось бы верить, что так и будет, ведь откуда-то они эту информацию берут, и издание реально проверенное. Эти ребята, Event Hunters, они публикуют очень-очень крутую информацию. Вот не знаю, откуда они берут, кто-то ее сливает, но информация реально классная. Ну еще, ребята, вы просто посмотрите, кто-то пишет по поводу таких проблем, когда Roblox не работает, не получается зайти по какой-то причине. То есть, возможно, вы забыли пароль, и у вас не получается зайти, и многие мне писали, на самом деле, типа «Бабка Шоу». Вот, ты снимала нам видеоролик, у меня, ребята, если что, сейчас вылезет сверху видеоролик, я там рассказывала, каким образом вы можете постараться восстановить свой аккаунт. Если вы, например, забыли пароль, у вас из аккаунта вышибло, и вы больше пароль не помните, и восстановить аккаунт тоже не можете, почту не привязали и все такое. И я, ребят, рассказывала, что нужно делать. По моему способу восстановили 2 или 3 человека. Из всех 20 тысяч только у троих получилось восстановить. Но все-таки получилось, это лучше, чем ничего. Но, ребята, скоро сниму вам новый видеоролик о том, как вы можете восстановить пароль от своего аккаунта. И уже учту все свои недочеты прошлого видеоролика, переиграю опыт реальных людей, которые восстановили. Они писали мне ВКонтакте. Спасибо им большое за фидбэк, за то, что вы вместе со мной обменивались информацией. Ну и короче, ребята, это будет просто отпад, поэтому я постараюсь сделать вам такой видеоролик, в котором расскажу, каким образом вы можете восстановить свой аккаунт, если вдруг не привязали почту. Ну и конечно, там основные советы, которые стоит придерживаться для того, чтобы не потерять свой аккаунт при каких-нибудь снова косяках Роблокса. Вот так, ребята. Ну и напоследок, ребята, хочу показать вам самые крутые промокоды, которые сейчас у нас являются активными. Помимо нового промокода, мы, конечно же, имеем с вами старые промокоды, которые, возможно, вы еще не вводили. И сейчас я вам таковые покажу. Расскажу, какие промокоды можно ввести и из каких можно получить вещи еще на халяву. И думаю, что это будет довольно интересно. Погнали, ребята. Короче говоря, ребята, смотрите, я просто сейчас по-быстрому пробегусь по всем промокодам. Первый из них это Target Mint 2021. Вот таким вот образом это пишется. Target Mint Head 2021. Нажимаем на кнопочку Redeem и забираем нашу первую вещицу, точнее даже вторую из промокодов, потому что первую вещь мы тоже забрали из промокодов. Также, ребятки, Amazon Freehand 2021. Это, короче, промокод на снеговичка. Нажимаем на кнопочку Redeem и тоже забираем следующую нашу вещицу. Еще есть, ребятки, промокод, который выглядит как Smoothcat 2021. Вот так вот, ребятки, пишите Smoothcat 2021. Надеюсь, что вам было это видно, потому что я что-то как-то быстренько, но это также дублирую прямо сейчас на экране. Если вы каким-то образом не увидели, то вот на экране сейчас написано, как это выглядит. Smoothcat 2021. Ну и, как вы понимаете, это еще не все. Есть еще целых 3 промокода. Один из них это Roblox Edu 2021. Прикольный промокод на клавиатуру. И промокоды, которые знает абсолютно каждый школьник. И не только, наверное, даже дошкольники знают эти промокоды. Spider Cola, вот такой вот, ребятки, промокодик. Так как аккаунт новый, а новый аккаунт Бабки Шоу, короче. Пока один фармится в симуляторе пэта, второй, собственно, промокода обозревает. Ну, ребята, а вы просто гляньте, последний промокод это Твит Роблокс, просто живая легенда, наверное, каждый вводил этот промокод на своем аккаунте.
Ну и, в принципе, с промокодами окончено, ребята. Ну, ребятки, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Короче, спасибо вам огромное за то, что вы посмотрели этот видеоролик. За то, что вы мне набили целых 100 тысяч подписчиков, ребята. Серебряная кнопка уже очень близко. Мне осталось подать заявочки какие-то, дождаться писем и дождаться своей кнопочки. Точнее, нет, ребят, даже не своей, нашей кнопки. Блин, спасибо вам всем огромное. Просто вас всех целую, обнимаю и всех люблю. Все, ребята, всем пока. Встретимся в следующем видеоролике. Вы находились на канале Бабка Шоу. Всем пока, легендарные внучата.